Я хотел бы поблагодарить за то, что сделано действительно, потому что я жил в те годы, когда все разваливалось и все катилось в тартарары. Я не знаю, каким образом ему удалось все собрать обратно. Действительно, не знаю. Я помню эти времена очень хорошо. Во-первых. И во-вторых, я бы очень сильно хотел попросить его ускорить ситуацию воссоединения, поднятия страны на новый уровень, возрождения этой страны, потому что мне очень хотелось бы дожить до тех времен, когда это действительно будет, действительно я в состоянии буду гордиться этой страной, вот честно и безо всяких купюр, как я делал это в своем детстве, и мне это ощущение не покидает, и до сих пор хочется его, и мне хочется его повторить.